Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Меня зовут Михаил Потапенко. Я заместитель генерального директора сервиса Bitzar. Bitzar – это новый облачный сервис для организации закупок в основном малого объема, который применяется в том числе и ритейловыми сетями достаточно активно и позволяет им экономить на закупках непрямых, спендовых закупках до 15% бюджета. Это достаточно приличные деньги, которые сейчас очень часто никто не экономит, потому что закупки проводятся у многих компаний, вот такого класса закупки проводятся просто вручную, очень часто непрозрачно. Наш сервис помогает сделать эти закупки более конкурентными, более прозрачными, при этом существенно упрощая и оптимизируя весь процесс закупок. Вся проблема сейчас еще в том заключается, что вот закупки такого класса, который мы поддерживаем, они производятся не какими-то выделенными службами, а размазаны по компании в различных департаментах. Например, там закупка IT-оборудования, систем видеонаблюдения, монтаж там, обычного IT-отделе. Там, закупка там, услуг по ремонту, строительству там, у ОАХОшников или в отдельном каком-то строительном подразделении. Все это вот разбросано, не контролируется чаще всего. Поэтому закупается чаще всего абы как. И, соответственно, те, кто начинают с нами работать, весь этот процесс оптимизирует, получают реальный эффект от того, что они это делают. Сейчас мы работаем уже с целым рядом ритейловых сетей, как федерального масштаба, так и регионального. Ну, в частности, мы работаем с Фамилией, с сетью, Кари, Ривгош, Литуаль, Монетка, Реми, Гулливер сеть. Я перечисляю там, когда вот разные сети. И нон-фуд, и фуд. Да? Вот. Самое главное, что все заказчики, которые работают с нами, они с удовольствием работают, с удовольствием дают свои отзывы, поэтому если кто-то хочет подтвердить мои слова, я с удовольствием соединю вас с любым из названных выше представителей наших пользователей, и они докажут своими словами то, что я говорю правду. Оптимизация, прозрачность и самое главное, простота. Простота, да, это вот основные, скажем так, бонусы, которые получает пользователь на нашей площадке. И самое еще важное, что в отличие от старых сервисов, которые существуют на рынке, мы этот сервис делали изначально для коммерческих организаций, делали его настолько, скажем так, удобным, чтобы работа в сервисе не была каким-то квестом, да, и в том числе и для поставщиков. Потому что поставщиков очень многие подобные решения уже, так сказать, напугали своими сложностями, а самое главное, напугали финансовыми условиями работы на них. У нас условия на рынке самые оптимальные, то есть поставщик работает у нас бесплатно, он может бесплатно зарегистрироваться, завести свой аккаунт не сложнее, чем завести аккаунт в почте какой-нибудь, там, к Gmail, например. Он может прийти на процедуру любого поставщика, заказчика, подавать свои предложения бесплатно. Вот если он победил, тогда он заплатит совершенно небольшую комиссию, которая дифференцирована и зависит от размера заказа. Вот. Если он не победил, никто ничего с него требовать не будет, и он может спокойно приходить на следующие запросы, коих сегодня уже достаточно много. Ежедневно у нас около сотни новых запросов появляется, и всегда есть что предложить поставщикам, всегда они могут найти себе новых заказчиков. Прекрасно, когда разработчик программного обеспечения говорит о том, что нужно сделать такой сервис, который по плечу не только человеку с высшим техническим образованием, что человек, который хочет работать, будет работать, потому что сервис понятен. Ну, на самом деле, очень такой характерный пример. Начинают работать с нами, как правило, профессиональные закупщики,
которые уже, ну, для, таких, для которых подобные сервисы, ну, достаточно это профессиональный инструмент, они их знают, одни так работают, чуть другой чуть по-другому, для них это нормально. Но потом эти закупщики приводят в наш сервис уже инициаторов закупок, там, например, представителя департамента маркетинга, который занимается выбором и поиском поставщика на оказание услуг по проведению какого-нибудь мероприятия. И вот он уже сам в состоянии разместить закупку, провести эту процедуру, и, в общем-то, это не составляет каких-то там сложностей. То есть мы стараемся делать наш сервис настолько простым и как бы стараемся оставлять его настолько простым, насколько это возможно, не усложнять его, не загружать его какими-то там суперфичами, которые не нужны. Хотя фичи там есть, например, там интеллектуальный поиск, система интеллектуального, скажем так, сближения поставщика и заказчика за счет использования тегов, а не каких-то там устаревших классификаторов. Вот. И ну, вот эффект он и есть. Эффект как бы на глазах. У нас сервис за 2 года вырос на 100 примерно заказчиков, на 20 тысяч поставщиков. И если посмотреть заказчики, это все те, кем мы как бы сегодня там пользуемся с точки зрения как бы как сами как покупатели, да, там это ритейловые сети, я уже перечислил, они в принципе все известные достаточно. Это там банки, например, Альфа-банк, там банк Ренессанс Кредит, Русский Стандарт, это там предприятия, фармы, там та же самая Ригла, Инвитро, Валберис сетка, да, тоже используют нашу систему. В общем-то, бренды, которые выбрали нас, потому что им удобно, им комфортно, они получают value от работы с нами. Списком таких компаний, в принципе, кейс уже собран, все абсолютно рабочее. Спасибо вам большое за вашу работу, и я надеюсь, наша выставка тоже подарит вам новые интересные знакомства и контракты. Да, я тоже надеюсь, спасибо большое.